Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Тролльная прогулка», рубрика «Улетая из Китая». Вот такой вот детский набор для самых маленьких деток, ну не для грудничков, для чуть-чуть, наверное, постарше. Вот набор миньона. Вот такая замечательная кофта, кофточка причем тепленькая идет, с кармашком даже. Ну, если кармашек, я не знаю, надо ребеночку или нет, но он есть. Вот такие классные штаны, тоже с логотипом миньона. На резиночке все, резиночка легко тянет, ребеночка не передавит, никогда ему больно не будет. Тянется очень-очень классно, тут тоже кармашики небольшие. И на ножках, чтобы ветер не задувал, все идет достаточно неплохо. Вот такой и, естественно, сам как комбез, можно сказать, с капюшоном и тоже с логотипом непосредственно миньонов. Кармашка прям, не знаю, 6 штук. Тут ребенок, я не знаю, как перевозками можно чего-нибудь нелегального заниматься. Зачем ребенку столько кармашков? Ну, чего-то продавец так решил. Молнии все работают и, ну, очень классно. Покрашены в тот же самый цвет, в чем идет и сам непосредственно материал. Точнее, короче, ладно. И на спине тоже логотип миньонов. Вот везде он так вот поглядывает в левую сторону. Вот такой вот наборчик. Цена в районе 9-10 долларов. Товар супер. Ну, лично для меня. Я очень рад. Я ребеночку своему купил. Еще она не подросла, но скоро будет носить. Вот. А с вами был канал «Тролльная прогулка». Подписывайтесь на канал. Будем рады новым подписчикам. Заказать товар можно по ссылочке под видео. До новых встреч, дорогие друзья.